Приветствую всех виртуальных охотников, у микрофона Лэн Гази. А в этом ролике я расскажу, как новичкам 100% активировать мою реферальную ссылку при регистрации и получить приятные бонусы. Вначале расскажу, откуда я взял ссылку, которую оставляю в описании, в комментариях под роликами. Ну и также теперь на главной странице канала в разделе «Информация» она тоже присутствует. Смотрите, моему примеру может последовать каждый и пригласить своего друга. Будем вместе расширять комьюнити этой игры. В общем, оригинальный лаунчер стимовский и кнопка «Пригласить друзей». Нас перекидывают на такую страницу, где довольно-таки большое количество информации. Но интересует меня вот эта вот оранжевая кнопочка. Блин, жаль, что когда я регистрировал своих одноклассников за Hunter Classic, когда мы с ними вместе играли, я не знал, что их можно пригласить по реферальной ссылке. Тогда бы они получили награды. Ну да ладно. Век живи, век учись. Нажимаем. Вот, ребята. Это ваша реферальная ссылка. Первая ее часть – это, собственно, сайт за Hunter, а вторая ее часть – это ваш ник. Вы приглашаете человека по своему нику. Что же такое реферальное? Ну, это как бы, я думаю, индивидуально. Точно перевод этого слова не знаю. Все, зачитаю три пункта, и вам все станет понятно. Каждый нюанс. Первое. Отправить приглашение. Нажмите кнопку ниже, чтобы получить реферальную ссылку и отправить ее другу, которого вы хотите пригласить в The Hunter. Вторая часть. Играйте в The Hunter вместе. Когда ваш друг зарегистрирует учетную запись, используя вашу ссылку, он получит 200 EMS-ов, либо же донатной валюты, 5 на 30 дальномер, манок на лося и устранитель запаха. Этот пункт один из самых важных, потому что в нем как раз таки и кроются награды, которые вы получите, если зарегистрируетесь по моей, либо по чьей-то другой ссылке. 200 донатной валюты – это довольно неплохая сумма для новичка, тем более на халяву. 5 на 30 дальномер – это вообще незаменимая вещь при выполнении некоторых стартовых миссий. Манок на лося – это один из самых дорогих манков в игре, и мне, если честно, было без него тяжеловато. Но устранитель запаха – это вещь, без которой, в принципе, можно обойтись, но когда она есть, почему бы и нет, в общем. Ну и третий пункт – получайте награду. Если ваш друг приобретет EMS, вы получите бонус. То есть… Это уже пункт для того, кто эту ссылку отправляет человеку, либо же, как я, оставляет ее для своих подписчиков. Спускаемся ниже и видим. Если вы приобретаете, после того, как именно зарегистрировались по моей ссылке, 5000 EMS-ов, я получаю 500 EMS-ов, припасы для лагеря 100 упаковок, ну и вот такой обширный список всяких вещей. Самое интересное здесь это лабаз, винтовочка, ну и раскладывающаяся охотничья вышка. Винтовка со скользящим затвором 308 калибра в гравировке. Это вообще вещь индивидуальная, и кроме как данным способом ее никак больше не получить. В магазине она недоступна. Ну то есть можно ее посмотреть, но купить никак. Вот количество человек, которые зарегистрировались по моей ссылке. Их довольно-таки много. И один челик даже купил... Прикольно, реально, это была прикольная ситуация. Он купил EMS-ы и мне подарили кучу всяких плюшек. Это как донатная валюта, так припасы для лагеря, манок и двухместный лабаз. Я вообще тогда был очень счастлив, ну и есть видео об этом на канале, не буду повторяться. Вот, вкратце посмотрите на эту винтовочку красивую. И мы переместимся в браузер, чтобы я вам объяснил, как этой ссылкой пользоваться. А то у людей иногда возникают проблемы. Да и реально, она не всегда хорошо работает. Все, пойдемте. Для начала нужно зайти на мой канал. И где же эта реферальная ссылка располагается? Да, под любым роликом, который не совсем старый. Ну вот, к примеру, наверное, по эту черту я оставлял ссылочку. Сразу покажу, где она располагается в комментариях. Вот. В комментариях, казалось бы, она работает. Но у меня почему-то была такая фигня, что я не мог на нее нажать. То есть она становилась вот такая вот.
абсолютно не кликабельно и просто не работало. Поэтому я, ну, из описания, в описании вообще она работает только наполовину, показывает только сайт The Hunter, и если вы кликаете, туда перемещаетесь, никаких наград не получаете, потому что мой ник не задействуется. Еще эта ссылка есть вот здесь, я ее стал оставлять. Не смотрите и не бойтесь, то, что на нее нельзя нажать. В общем, перехожу к основному смыслу этого видео. Как же сделать так, чтобы эта ссылка 100% сработала? Вы берете просто-напросто, ребята, нажимаете либо вот сюда, либо сочетание клавиш Ctrl-C, зажимаете Ctrl, нажимаете C, и все, вы скопировали ее. Теперь просто открывайте новую страницу, нажимаете вот сюда и вставляете эту ссылку. Нажимаете Enter, вас перекидывает на вот такой вот сайт, и ссылка идеально сработала. Самая реалистичная охотничья игра из когда-либо созданных. Вы были приглашены вашим другом Bolt Wolf, чтобы играть за Hunter Classic. Вы нажимаете скачать, регистрируетесь и получаете плюшки, о которых я говорил ранее. Потом вы попадаете на такую страницу, делаете здесь русский язык, вот, ну и регистрируете новый аккаунт и получаете приятный бонус. Спасибо всем за просмотр. Играйте в The Hunter Classic. Метких вам выстрелов. Зачем же я решил записать этот немного нудный ролик? Ну, во-первых, периодически вы писали в комментариях, что не можете зарегистрироваться по этим ссылкам. Либо же при регистрации никакие награды вам не выдаются. Да я и сам замечал, что с ними иногда возникают проблемы. Поэтому и перенес изначально из описания в комментарии. Там вроде все работало, потом опять появились проблемы. Ссылка была некликабельная. И вот теперь я думаю, почему бы не сделать отдельное видео, где я все об этом подробно объясню. То есть, что дают за эту ссылку и как зарегистрироваться по ней. Ну вот, получилось как-то так. Благодарю вас всех еще раз за просмотр и до связи.